Очень красиво. Мы сейчас выйдем к бассейну и снимем от бассейна к морю. Градусов, ну, наверное, 40. Потому что очень жарко. Сейчас как раз очень жарко, потому что... Да, через бассейн пойдем. Сейчас как раз очень жарко, потому что... Сколько? 2 часа, да? 3 дня. 2. Так, прилетели. Прилетели мы из Германии. Вот. Вот она красота. Нет, уже. Чуть-чуть туда. Угу. А в Германии живем. Живем в Чехии, в Праге. Из Германии брали тур. А шлепки? Там плохо выйдем. Обходи. Идем сядем тут еще посидим. Пошли. Ау, да. О, я не видела, потому что очень белый песок и не видно, что вы пишете. Солнце сильно светит. Подожди. Муж мой. Это муж, да. Давай. Давай. Там наверху, наверное. Давай вот там. А детишки, ой, у нас взрослая дочка, а дочка дома в школу ходит. Точнее, в техникум, или как сказать, в среднюю школу. Вот так красиво. Покажу. Мужу привет. Скажи спасибо. Спасибо. Ой, здесь прохладно, мы в тенек спрятались. Не знаю, может по теньку пойдем лучше, чем по пляжу. Жарко сильно. Жарко очень, да. Сейчас как раз вот до 3 часов. Сейчас сколько времени у нас? Вот, 2 часа 10 минут там у нас часы. Вот наш барчик по Цельсию. Здесь бильярд можно поиграть, да. Я не знаю вот именно сколько градусов, потому что здесь нигде нет градусника. Но, наверное, очень жарко. Так вот, столики под пальмами. Море бирюзовое, красивое. Народу, есть народ. Народ весь сейчас в главном ресторане кушает. Да, но обычно все и отдыхает. Но вообще на пляже почти никого нет. Вот у нас там есть пару пар, которых мы уже, мы с ними уже несколько дней просто отдыхаем, да, рядом из соседних домиков. И все, и пусто, и пляж практически наш. Всегда 2-3 человека. Обед, да. Море вообще, в море можете быть вы, если пойдете купаться, можете находиться в море сами. Толпы нет. Вечером уже потом в ресторане в главном, в баре видно людей. Море почти не видно. Нам еще 10 дней отдыхать, поэтому мы рады. На 2 недели приехали. Вот когда останется пару дней, тогда мы будем плакать. Долго. Мы из Мюнхена летели 6,5 часов до Омана. А потом еще 4... Сколько? 2 часа у нас была пересадка, да? А потом еще от Омана... 4. И 40 минут. Ну, я, в принципе, транслировала раньше. Буду чаще, хорошо. Просто чаще транслировать. Завтра мы пойдем с другой стороны. Завтра пойдем на другую сторону острова, и там я это
Да, пивко, ты заказал пивко, кстати. Люди пишут, пиво давай. Да. Ой, вот это вот жалко, конечно, что люди матюкаются, ну ладно. Ну, за удовольствие надо платить, так скажу. 200 вышло на человека, 200 евро. 2100 евро, все включено на 2 недели. С утра вообще был штиль, море было прозрачное. Нас посылают к берегу. Там так жарко. Нам пока не хочется. Так, развлечения. Какие развлечения? Вчера была дискотека в Белом на пляже. Прям вот здесь, вот там, где лодки. Муж, ты закрыл было. Вот там вот была дискотека в Белом. Здесь в баре тоже что-то было, да? Тусили тут. А в главном баре на барабанах вчера или когда? Нет, позавчера. Позавчера что-то там на барабанах было. По мостику пройдемся. Анимации нет. Ну, в принципе, честно, мы за целый день так наплаваемся, что вечером мы после ужина чуть-чуть посидим в баре и идем спать уже. Градусов, наверное, 40. Заберем. Всех заберем сюда, правда? В следующий раз берем всех. Мы сейчас на разведку приехали. Очень хорошо, очень. Я вот прям всем желаю насобирать денежку и хотя бы раз приехать сюда. В принципе, можно выбирать даже трехзвездочный отель. Условия те же. Единственное, там, я не знаю, может быть, поскромнее домики будут. А так, в принципе, нормально. Реально, все реально. Стоит этот отель четырехзвездочный, все включено на 2 недели, стоит 2100 евро. А, полет из Германии, я не знаю, может быть, в России цены другие. Не ленюсь, пройдемся, сейчас мы попьем и пройдемся. Туроператор, Сан... какой у нас оператор? Саншайн какой-то, я не знаю, немецкая, в общем, сестовка. Нет, 200 на одного. Мальдивы, Раа, Атолл. Адааран Селект Медупару. Покажи ему. Ой, у меня уже смылось на руке. Адааран Селект. Прогуляемся. А где вы? $320 на 2. 320 тысяч рублей, я не знаю, я курс не знаю на рубли, сколько это будет. Что-то мало. С нами здесь еще отдыхает друг, он именно из Москвы, вот у него надо спросить, сколько это по курсу. Но мы все летели из Мюнхена, он тоже, кстати. Подойдите к водичке. Сейчас пиво несет бы бочку. Ага. Сейчас. Я к воде подойду. Да сейчас пойдем уже, не. Сейчас пойдем. Принесет, выпьет и пойдем. Хорошо. Будем еще 10 дней. Прилетели на 14. Где работаете? На стройке строим. Муж строитель. Имеет фирму. Имеет фирму. Жена чемпион по ногтям. Не берем хвастаться. В Москве снег. Ух ты. Надо нашему другу сказать, чтобы домой позвонил, спросил, как дела. Да, мы туристы. Мы не взяли флаг Российской Федерации, потому что мы не из России.
Украины. Нет, не российское гражданство у нас. Скажи, что ты об этом не будешь разговаривать, если люди хотят. Чемпионат мира по ногтям. Ну, когда-то был. Нет, это не гранд-финале. Меня зовут Оксана. На Мальдивах где-то сейчас в обед, наверное, градусов 40, честно. Какое пиво нам принесли? Угу. Нет, не в Германии, в Праге живем. Крабы бегают, да, реально. Вечером бегают крабы. Они уже начинают после обеда бегать и копать ямки. Нет, мы здесь не живем, мы туристы. Не знаю, какие здесь цены. У нас все включено, поэтому у нас все бесплатно. Написал, посмотри направо, я машу рукой, не видно никого? Направо туда. Так, вокруг. Вот оттуда мы пришли, там бассейн. Здесь бар. Там наш мальчик работает. Оттянемся за всех. Пишут, чтобы за всех оттянулись. Мы уже пятый день оттягиваемся. Билеты не знаем, поэтому мы брали целую путевку тур. Русские дискотеки не знаю. Пойдем. Слушай, по мостику, наверное, не пойдем, будем по пляжу домой. Путевка стоит 2100 на одного человека. Евро. Песок. Мальдивы, да.